В Северском историко-краеведческом музее открылась персональная выставка «Свет души на холстах» местной художницы Валентины Киселевой. Валентина Алексеевна – живописец-самоучка. Не имея специального образования, а просто по зову души, она создает замечательные картины. Ну, нужно сказать, что я не училась живописи. А точнее, я училась у моего отца, который тоже был самоучкой. Персональная выставка – результат полугодовой работы на самоизоляции во время пандемии коронавируса. Последние полгода, спасибо пандемии, но нужно было чем-то заниматься, чтобы занять голову, занять руки, чтобы не сидеть, не киснуть. Я стала писать картины, то есть вспомнила то, чем когда-то очень давно занималась. В экспозиции представлено более 20 картин. Все сюжеты для полотен – это воспоминания из детства и юности. Картина Валентины Киселёвой передает настроение тех мест, где женщина когда-либо жила, творила, созидала. Это картины моего детства. Вот такая сирень изломанным забором, потому что его ломали много лет, чтобы добраться до сирени. Вот петух моей бабушки. Отцветающий бульдонеш. Это все то, что когда-то было в моем детстве. Поэтому, знаете, это практически у всех такое. Хочется вспомнить что-то доброе, теплое и хорошее. Помимо произведений живописи, на выставке представлены книги кубанской писательницы. Вот книги, как и картины, они вырастают из ничего. Они вырастают из каких-то воспоминаний, из чьих-то слов, чьих-то рассказов. Первую книгу я ее писала в соавторстве с ныне покойным Валерием Харченко. Она называлась «Поселок на реке Иль». А остальные книги, 5 книг, это уже мои самостоятельно мною написанные. «Настин рушник», «Гоп мои рычаныки», «Досвидки», «Души моей услады», «Казачья хата». Все они посвящены жизни кубанцев. Как рожали, как крестили, как замуж отдавали, как дом строили, что ели, что пели, как детей воспитывали. Вот обо всем об этом мои книги. Выставка продлится до 10 ноября 2020 года.